Борьба за то, чтобы быть самой. Во Владивостоке прошел отборочный тур всероссийского конкурса «Российская красавица». Участие в нем приняли 124 представительницы прекрасного пола со всех уголков Дальнего Востока. Из всех заявок выбрали 12. Победительницей стала девушка из Уссурийска. Я очень была счастлива, я до слез прям растрогалась, и я правда не ожидала. Это для меня победа впервые в жизни, вот именно первое место. Первый раз его получила, и я очень этому рада. И до сих пор не могу поверить в это. Для того, чтобы выбрать лучших из лучших, судьям показывали видеовизитки девушек. Затем участницы исполняли творческие номера и выходили на подиум. Сначала в шубах, затем в нижнем белье и дизайнерских платьях. В рамках творческого номера красавицы исполняли песни, танцевали, рисовали картины и даже демонстрировали свои кулинарные способности. Также девушек удостоили призов, среди которых меха и ювелирные украшения. Конкурс «Красавица Приморского края» является отборочным туром конкурса «Российская красавица», который проводится в Москве. Мы его проводим уже не первый год. Это уже 6-й конкурс, который проводится на Дальнем Востоке. В этом году мы стали официальными представителями конкурса «Российская красавица» именно по Дальнему Востоку. В конкурсе принимали участие 12 девочек, а также были города Находка, Хабаровск, Владивосток, Уссурийск и другие. «Российская красавица» – это первый конкурс, который уже после финала начал продвигать своих победительниц в индустрию красоты. В апреле Яна Звязко отправится в Москву представлять Дальний Восток.